озвучивает идеи и угрозы ликвидации гагаузской автономии, как заявил один такой эксперт, как дали, так и отнимем. Эти заявления способствуют росту радикальных настроений в гагаузском обществе и направлены против государственности Республики Молдова. Тем более, как собирается решать вопрос Приднестровья, если уже открыто заявляет о том, что как дали автономию, так и заберем. Есть ли у людей этих какая-то ответственность перед государством? Считаю, что эти заявления безответственны и нагнетают обстановку в автономии. Лица, которые позволяют себе с экранов телевидения распространять подобные утверждения, называясь при этом аналитиками, вредят интересам государственности Республики Молдова. Вообще, делая подобные заявления, эти так называемые аналитики должны понимать, что будет в гагаузском обществе радикальное настроение. Спровоцировать людские эмоции парой бездумных утверждений очень легко. Но проблема в том, что, как показывает опыт, авторам этих провокаций не свойственна ответственность за свои слова. И когда наступают негативные последствия так называемых смелых выступлений, их авторы всегда оказываются где-то в стороне. А разгребать эти завалы потом приходится нам. Кто такие эти аналитики? Кто их назвал аналитиками? Кто подтвердил их аналитический склад ума каким-то сертификатом? Где эти аналитики проявили себя на каких-то ответственных государственных должностях? Где эти аналитики, какими предприятиями руководили и добились выдающихся заслуг? Я не вижу таких аналитиков. У нас сегодня каждый, кому проплатили, он становится аналитиком и, не думая о последствиях, отрабатывает то, что ему там поручили. А как это влияет на общую ситуацию, никакой ответственности не несут.